начали. Сегодня размещаем аукцион. Значит, чтобы было понятно, основные в этом году у нас какие вещи мы сделаем? Планировку, пожарный резервуар, под воду, проборемся под воду, закупим насос, оборудование, к пожарному резервуару сделаем подводку, сделаем, спланируем площадку, выборка грунта, канализация, яма. Это в этом году? Да, в этом году. То есть такие общестроительные работы, как мы с вами говорили, чтобы со следующего года, значит, на освещение закуплено оборудование. А где оно сейчас хранится? У нас или у вас? У нас подстанция стоит, а остальное все у вас. Для приюта, да? Да, да. Вот. Значит, в этом году подготовительные работы, на будущий год нужно начинать какие-то капитальные вещи. Вот. А капитальные вещи, это значит, в любом случае, ограждение, в любом случае, теплушка, потому что будут завозиться материалы и начинать строительство и так далее. Вот. С этих вещей надо будет начинать в прошлом году все работы. Вот. В этом году с пожарным резервуаром была основная проблема. То, что схематично обозначено было в проекте, он железобетонная конструкция, которая конструктивно не была проработана совершенно. Вот, поэтому в конце концов мы уперлись в то, чтобы купить бочку обычную железную большую, откопать ее и использовать ее как пожарный резервуар. Значит, с бочкой мы договорились буквально полмесяца назад. Это пожарник договор устроили. Да. Договор с ними сделан, они теперь ждут, когда мы сделаем подготовку там земляную, чтобы эту бочку привезти, закопать и делать не развод. Вот. Какая сумма финансирования на этот год была? 2 миллиона. 2 миллиона. Вот. Значит, общих работ, общестроительных, там будет примерно 1 700 000. Бочка нам обойдется около 8. С доставкой сюда около 80 000. Резервуар этот, да. Пожарный. Вот. Значит, на остальные деньги мы в этом году закупим профлист на ограждение.